В этом видео мы расскажем вам обо всех анализах, которые вам пригодятся при витилиго. Часть из них обязательно, и врач обязан их сделать. А некоторые вам необходимы, если вы все же хотите как можно быстрее вылечить свое витилиго и пополнить статистику тех, кому получилось раз и навсегда убрать белые пятна. Каждый врач, который что-то хочет лечить, имеет своего рода методичку, в которой указаны все аспекты проверки лечения того или иного заболевания. Такие методички и чек-листы создает правительство каждой страны. Например, если вы живете в России, вам надо набрать в интернете клинические рекомендации, протоколы лечения, плюс то название болезни, которое вам необходимо диагностировать и лечить. В нашем случае это витилиго. Дело в том, что не только витилиго обладает свойством исчезновения пигмента и появления белых пятен. Только врач может понять, что у вас все-таки витилиго или разноцветный отрубевидный белый или простой лишай, анемический или депигментированный невус, склероатрофический лихен, каплевидный, идиопатический гипомеланоз, вторичная лейкодерма, развивающаяся при атопическом дерматите, сифилис, красная волчанка, лепра, пинта. Еще врачу нужно понять, что привело к белым пятнам. Было ли это из-за химических веществ, травмы? Вдруг это развивающийся альбинизм или синдром Блоха-Сульцбергера? Но еще ряда разных синдромов. Самостоятельно понять по фотографии или спрашивать разных, не относящихся к вам людей на форумах, никак не поможет поставить диагноз. Потому что все, что перечислили сейчас, для обычного человека выглядит почти одинаково. И здесь необходимы анализы, чтобы понять, что именно у вас. Если это не витилиго, то лечение будет совсем другим. Итак, посмотрев на федеральные клинические рекомендации по ведению больных витилиго, мы там увидим перечень анализов. Клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови на уровень глюкозы и показатели функции печени и почек, исследования в сыворотке крови уровня антител к тироглобулину и тироидной пероксидазе. Если на этом этапе не стало ясно, витилиго это или все же есть опасения, что это что-то из списка прочих заболеваний, тогда рекомендуется провести гистологическое исследование биоптатов кожи. Ну а на человеческом языке это когда берут биопсию или соскоб кожи и изучают, что там может в ней быть. Еще врач может воспользоваться лампой Вуда. Эта лампа излучает волны длиной от 300 до 400 нанометров, что позволяет увидеть, чем светится кожа. Некоторые грибковые заболевания светятся по определенному, как лишай, и еще эта лампа может показать, насколько глубоко отсутствует пигмент. Поэтому без этих всех проверок вы просто не сможете приступить к лечению витилиго. Более того, извините, если это кому-то не понравится. Нельзя без поставленного диагноза, в котором будет сказано, что у вас витилиго, приступать к лечению витилиго. Итак, клинический анализ крови, мочи и биохимический анализ крови. Тут как бы особо ничего не скажешь. Врач это посмотрит. Если все в этих анализах хорошо, это может отмести вероятность, что у вас есть что-то явное, что вызвало такую же симптоматику, как витилиго. И даже анализ на ЗППП теперь приобретает свое значение, так как необходимо отмести сифилис. А вот на исследование в сыворотке крови уровня антител к тироглобулину и тироидной пероксидазе мы все-таки остановимся. Дело в том, что когда у человека есть одно аутоиммунное заболевание, скорее всего, в теле будет где-то еще аутоиммунная проблема. По статистике, в 30% случаев при витилиго будет аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Неясно, было витилиго первым или проблема со щитовидной железой. Но щитовидная железа регулирует психические процессы в организме, стимулирует окислительно-восстановительные процессы, контролирует минеральный, белковый, углеводный и жировой балансы в организме, отвечает за репродуктивную функцию организма. Поэтому жизненно важно узнать, что щитовидная железа больная, и начать ее лечить. Вполне вероятно, что если витилиго появилась недавно, а анализ аутоиммунных заболеваний щитовидной железы уже говорит о том, что с ней есть проблемы, решив проблемы, витилиго может самостоятельно уйти. Интересный факт. Если у человека синдром дырявого кишечника и в кровоток попадает белок глютен, иммунная система сначала начнет уничтожать его, а затем почти всегда начинает атаковать щитовидную железу. Потому что глютен очень похож по своей структуре на ткани щитовидной железы. Федеральные клинические рекомендации советуют врачам в принципе по возможности проверять анализы на другие антитела. Их много, но по сути упоминается именно в качестве примера еще два анализа. Проверка антинуклеарных антител
и антитела париетальным клеткам желудка. Проверка антинуклеарных антител или антиядерных антител дает увидеть, есть ли аутоиммунное заболевание. Если результат положительный, тогда в организме и вправду есть какой-то аутоиммунный процесс в соединительной ткани. Но, хоть и парадокс, но отрицательный анализ не позволяет исключить аутоиммунного заболевания. Проверка антител к париетальным клеткам желудка уже чуть более интересна. Эти клетки находятся в основном в железах слизистой оболочки дна желудка. Они занимаются тем, что выделяют соляную кислоту. Если соляной кислоты будет мало, тогда кислотность желудочного сока будет слабая. Когда кислотность желудка слабая, это называется гипохлоргидрия. А когда соляной кислоты вообще ноль в желудочном соке, это называется ахлоргидрия. Симптомы слабой кислотности обычно – это несварение, когда ощущение, что желудок надулся и еда стоит в нем, изжога, тошнота, отрыжка, газы, вздутие. Есть анализ, который сможет показать, какая у вас кислотность в желудке. Он называется метрия для определения кислотности желудочного сока или pH-метрия желудка. Идеальная кислотность желудка, по нашему мнению, это до 1,5 pH. До 3 pH тоже нормально. Но все, что выше, уже плохо. Очень крайне важно иметь сильную кислотность желудочного сока. Если она будет слабой, вы не сможете переваривать мясо и белок в мясе. Главным образом, все белки в вашем теле состоят из аминокислот. Почти всем гормонам необходимы для построения аминокислоты. Аминокислоты как кирпичики, из которых организм создает множество веществ и тканей тела. Вы скушали белок, ваше тело разбивает его на аминокислоты, а затем из них создает то, что ему необходимо. Например, белки, которые связывают и транспортируют витамин D. Про витамин D уже есть ролик на канале, и там мы рассказываем, как витамин D является одной из главных причин витилиго. Если вы его не смотрели, очень вам рекомендую. Вы будете знать больше, чем некоторые врачи. Да и в принципе, без той информации будет, очень сложно вылечить витилиго. Так вот, о чем это я? Если у вас не будет достаточно определенных аминокислот, в вашем организме будет дефицит белков, которые транспортируют витамин D. И это будет одной из причин, почему у вас витилиго. Кроме аминокислот, у вас разовьется дефицит цинка, дефицит меди, магния, калия и еще очень большого количества разных веществ. А если вы смотрели наш ролик о причинах витилиго, то вы знаете, что для производства меланина, пигмента кожи, вам как раз необходимы аминокислоты, цинк и медь. По поводу витамина D, мы вам так скажем. Во время лечения витилиго или любого другого аутоиммунного заболевания, это один из самых важных и необходимых анализов крови. Если он низкий, вы обращаетесь к эндокринологу и совместно с ним составляете курс приема витамина D. Как это делать, мы рассказываем в нашем видео о витамине D. Но вот что делать, если у вас есть аутоиммунные заболевания, а витамин D вроде как в норме? Дело в том, что один из механизмов, который может быть нарушен в работе витамина D, это работа рецепторов, которые реагируют на витамин D. Например, если у вас долгое время избыточное количество инсулина в крови, то рецепторы к витамину D, которые есть на каждой клеточке в вашем теле, начинают переставать чувствовать витамин D в обычном количестве, и у вас развивается резистентность на витамин D. Анализ называется генетически обусловленная чувствительность к витамину D. В этом анализе проводится исследование участков ДНК, которые отвечают за эффективность усвоения витамина D клетками. Анализ помогает определить индивидуальную потребность в витамине, но в основном результат показывает значение врожденного характера и мало когда приобретенного. А обычно резистентность к витамину D все-таки приобретенная. Что влияет на чувствительность к витамину D? Инсулин, а точнее его количество и время, которое это количество находится в вас. Если обычный анализ крови показывает, что ваша глюкоза в норме, это не говорит о том, что у вас прям все с глюкозой хорошо. Дело в том, что инсулин – это гормон и очень сильный. Если инсулина в крови слишком много на постоянной основе, он начинает подавлять большой ряд других гормонов. И даже подавляет половые гормоны, которые как бы тоже считаются достаточно доминантными. Излишки инсулина образуются, когда вы кушаете много крахмала, сахара, фруктов. Все, что ест среднестатистический человек нашей планеты.
То, что все так делают, не значит, что это правильно. Поэтому питание должно быть индивидуальным. И на нашем канале уже есть ролик про то, как и что лучше всего кушать и при каких условиях. Когда инсулина слишком много, клетки постепенно развивают к инсулину нечувствительность, и тогда поджелудочная железа начинает его вырабатывать еще больше и еще. Только одно это может быть явной причиной вашего витилиго. Сама ситуация называется инсулинорезистентность. Если процесс уже довольно давно начался и как бы запущенный, вы можете сдать анализ под названием индекс инсулинорезистентности HOMA. Так вот, это состояние влияет и на то, как хорошо вы будете усваивать витамин D. Каким именно образом это влияет на чувствительность витамина D, доподлинно неизвестно. Однако статистически есть прямая связь. Это две очень важные резистентности, но есть и еще одна, не менее важная. Резистентность к кортизолу. Оказывается, если у вас он вырабатывается все время, очень много, ваши клетки тоже могут перестать на него реагировать, и тогда кортизола понадобится больше обычного. И так тоже по злосчастному кругу усугубление проблемы. Кортизол на самом деле противовоспалительный гормон. Есть воспаление? Надпочечники вырабатывают кортизол, и он стремится вместо воспаления. Проблема при аутоиммунном заболевании в том, что с одной стороны у вас хронические воспаления, которые не утихают, а значит кортизол чуть ли не без остановки вырабатывается, а с другой стороны для того, чтобы произвести кортизол, необходимо очень много витамина D. А еще, кортизол же вырабатывается при стрессе. Так что, да, эту проблему тоже надо решить. Если надпочечники будут вырабатывать очень много кортизола без отдыха, это может привести к надпочечной недостаточности. Как вы заметили, только сама система, в которой вы ищете причину, достаточно сложная и занимает много времени. Не говоря о том, что решить первопричину витилиго еще дольше. Клинические рекомендации советуют врачам назначить вам глюкокортикостероиды. Метилпреднизолон, алкометизон, бетаметазон, клобетазол. Допустим, вы боитесь тех многочисленных побочных эффектов, что несут в себе гормональные препараты, или они вам не помогли. А может быть, даже сделали хуже? Что делать? Тогда рекомендации предписывают назначить вам иммуносупрессивные препараты – такролимус или пимикролимус. Здорово. Но и тут есть побочные эффекты. И эти лекарства не всегда помогают. Наравне с ультрафиолетовыми лампами и ПУВА-терапией. Поэтому для вас мы создали крем Витциферол, который помогает убрать пятна витилиго в 93% случаев. Обычно эффективность зависит от того, насколько прошлое лечение нанесло урон вашему организму. Пока вы ищете и исправляете причину вашего витилиго, вы можете купить Витциферол по ссылке в описании и уже сегодня начать помогать организму избавляться от пятен витилиго. У нас есть отдельные ролики до, после, которые показывают, как работает крем Витциферол. Итак, при анализах на кортизол. Он обычно повышается у вас на фоне стресса, в том числе взятия крови из вены. Это тоже стресс, и поэтому такой самостоятельный анализ не очень эффективный. Например, для диагностики надпочечниковой недостаточности кортизол в крови исследуется вместе с другими показателями, как АКТГ – это адренокортикотропный гормон, который вырабатывается в гипофизе и регулирует выделение в кровь кортизола, а также отчасти мужских половых гормонов. Альдостерон – основной минералокортикостероидный гормон коры надпочечников у человека. Используется определение свободного кортизола с мочой. При подозрении уже на избыточную выработку кортизола надпочечниками кортизол в крови определяется в ходе специальной пробы. Исследуется кортизол в слюне и суточной моче. Обычно проверяется повышенная выработка кортизола таким способом. При определенном внутреннем состоянии, когда вы какое-то время под наблюдением врача не принимаете глюкокортикостероидные гормоны, у вас берут слюну на кортизол. Один раз просто слюну, второй раз после приема дексаметазона. Затем еще проверяется моча и кровь на кортизол. И делаются еще некоторые анализы, поэтому понять, что у вас проблема с надпочечниками и какая именно, сможет только настоящий мастер своего дела и ювелир – эндокринолог. Витилиго, если объяснять механизм появления белых пятен, то по своей сути это хроническое воспаление, которое окисляет среду с помощью перекиси водорода, которая и разрушает меланин. Возвращаясь к обычным анализам крови, например, на глюкозу,
есть анализ крови, который будет значительно показательный. Он называется анализ на гликированный гемоглобин. Анализ на гликированный гемоглобин показывает средний уровень глюкозы в крови в течение 2-3 последних месяцев. В этом анализе проверяется белок, к которому присоединилась глюкоза. Если в вашем организме сахара много, это будет вызывать окисление по всему телу и способствовать воспалениям. Этот анализ крови покажет, насколько все плохо с точки зрения сахара в крови. Многие заболевания влияют на этот анализ и завышают его. Обычно такие заболевания поражают мозг, нервную систему, сосудистую систему и почки. Все четыре вида тканей очень связаны с витилиго, особенно почки, потому что одна из способностей почек – это производить и активировать витамин D. Так что сахар в данном случае поражает здоровые ткани, как ржавчина металл. В принципе, для помощи организму в более быстром устранении последствий в данной зоне вы можете принимать бенфотиамин, это витамин В1. Но вам нужна именно жирорастворимая форма этого витамина, которая как раз и называется бенфотиамином. Это самые важные анализы при витилиго, на наш взгляд. Поэтому пока вы исправляете причину витилиго, переходите по ссылке в описании к ролику и покупайте вициферол, чтобы уже в эти дни начать избавляться от пятен витилиго. А также смотрите эти видео.